Марсель, а что ты такой жадина? Чего ты никого не подпускаешь? Кастрюли. А, Марсель? Света нету. Скажи, сидеть вам не интересно. Да? Ни интернета, скажи, ничего. Надо уже как-то заняться этим делом, купить еще аккумуляторы, преобразователи. Уже все люди нормальные перешли на автономный без генератора интернет. А я еще нет. Это ж такой дефицит стал, что все подорожало, чтобы это все купить. Надо делать. Сейчас бы пошла бы. Подключила бы хотя бы интернет. Еще и был бы телевизор и интернет. Хватит уже лопать. Там кто-то ходит, да? Марсель, а кто сегодня лазил по дереву? Я тебя снимала. О, еще пришла. Что ты хочешь? Почесать? Или кашу? Иди туда, Марсель угощает. Открыл кастрюлю, сам ест. Смотри, Чарли, Марсель тебя не прогонял. За что ты прогоняешь Кристину? Которой, кроме почесать, в принципе, ничего и не надо. Да, Кристина? Хорошо, хоть дома есть лампа. А ну, мы сейчас поменяем свет. Проверим. Не меняется. О, такой свет есть. Такой свет. Африка. Марсель, ты так и будешь сам кушать в гордом одиночестве? Не будешь никого угощать? Ты смотрит и думает, что это он такое ест, что в принципе несъедобное для них. А что там за каша, Саш? Кукуруза. Кукуруза? Называется палета. Итальянская. Ох ты, боже мой, итальяна. Палета. Ну, а коты это палета не оценили. А Марсель оценил. Чарли хочет оценить, Марсель не дает. Марсель, вытащи уже свою морду оттуда. Дай уже оценить попугаем. Ты же не захотела ее кушать? Лобы я не едает. Там мяса нет, я не захотела. А Марсель у нас... Все доедает. А Чарли тоже, он думает, что там курица, там курицы нет, и думает, что это такое, он там ест. Как... Что ты сказал, Чарли? А что у тебя голова в помаде, а? А? Или это гранат? Это гранат или лак? Сука, много у нас это вещей может быть, и лак для ногтей, и гранат. Кристина, что ты хочешь? Иди, иди, Марсель будет угощать. Иди, давай. Марсель, угощай Кристину. Морду вынял чуть-чуть. Позвал всех покушать. И я... а никто не хочет это кушать. Что ты говоришь, Чарли? Да. Да, молодец. Ладно, Чарли, иди сюда. А что ты Чарли дашь? Может, Марсель такой хочет? Да, почитай. Морковка по-корейски. Чарли, иди. Чарли такой точно не хочет. Он очень любит острое. Да? Да. Ну, возьми одну штучку. Тиффани, наверное, тоже хочет такого. Марсель первый. Марсель сказал нет.
А дитя любит, то есть я говорю. Надо смотреть, что берешь лапой, а не просто брать наугад. Лапа загребущая. Интересно, ночная в темноте съемка, что-то будет видно? Одной лампы хватит? Хорошо, я купила себе лампу на аккумуляторе вовремя. Теперь пригождается 100 раз из-за этого выключения света. Да? Вот такая у нас лампочка. Вот светится, горит. Видите, все видно. Кристина думает, что он такое кушает. А Кристина думает, не Марсель свою голову сунул, я там ничего не попробовал. Теперь думает, надо хоть у Чарлика забрать что-то там. Филя, ты на улицу не целься, там уже мороз. И холодно. Он Марсель сегодня лазил по дереву, замерз страшно. Это он, наверное, замерз, что полазил по дереву. Он же днем убежал и на дерево, и бегал счастливый. Я бы тебя больше сняла, только я сама за тобой раздетая пошла. Филя, холодно? Ты уже гулял? Я вас буду сейчас научу собирать. Нетушки. Персик. Красивая морда. Угости уже эту Кристину чуть-чуть. Сам ест эту морковку. Ты их Марсель жадина. Марсель был жадина страшный. Чуть не откусила Эрику голову. У меня все так спрашивают. А вы не боитесь, что он укусит? Особенно попугая. А он, к сожалению, ой, к счастью, не кусается. Хотела сказать, к сожалению, потому что бывают такие гости, приходят, думаешь, цапнул бы, чтобы не приставали. А он быстрее убегает, чем будет цапать. Ну, такое. Кристина думает... Мне Чарли понравилось. Да, Чарли можно дать еще. А Кристина, бедная, не знает. Понимаешь, думает, еда есть, еды нет. Они уже кушали. Так я знаю, что не кушали. Но же, так же интересно, Марсель проснулся, а он мало поспал. Он сегодня ходил по двору. Я думала, что он это устанет и будет спать 2 дня. Но я ошиблась. Он чуть-чуть поспал и чего-то нашел кастрюлю. Слушай, наверное, вкусная эта каша. Но Эрик что-то не понимает. Он так, знаешь, смотрит на эту кашу, думает, ну Марсель же ест, думает, неужели это вкусно? А не пахнет? Все, Эрик устал смотреть на это безобразие. Филя, иди сюда. Иди сюда, говорю. Иди сюда. Наоми, что она там орёт, Наоми? Иди сюда, Наоми. Где? Да где-то лазит, кричит. Котят ищет. А их шерсть забрала, кормит. Наоми, где? Наоми удочерила котяток. Нет, Конечно, такие котята все нужны. Ну, конечно. Я думала, что Шер вот сидит. Шер, иди котят корми, пока Наоми где-то лазит. А то она скоро их заберет совсем себе. Придется их уже кормить самой. Шер надо стараться, что их там Наоми вылизывает, играется. Отдала. Ой, распробовал Чарли, видишь? Наконец-то. Если долго смотреть на эту кашу, то она покажется вкусной. Да, конечно. Так, надо вот это видео всем детям показывать, кто не любит кашу кушать. Кстати, покажи, какая она. Вот такая. Фу. Я такую кашу не люблю. Сейчас открою.
Нет, да, это... Тяжело, ее надо варить 45 минут. Да, знаю. Я лучше мясо сварю за это время. Или пожарю. Вот такие. Вот такие мы все равные. Ему надо каша, а мне надо мясо. Всем уже, видишь, каша понравилась. Ну, конечно, он с такими аппетитами ее ест, что они уже думают, может, действительно вкусно. На самом деле нет. И ты уже кушаешь кашку? Ты умничка. А я сегодня смотрела видео, а там Марсель помыл лапы в борще. И она сказала, не помню, как ее зовут, Ксюша, что ли, что ее муж будет потом этот борщ кушать. Потому что он не узнает. А когда увидит в Ютубе, сказала, что уже это, борщ уже будет съеденный. Видишь, Марсель, я так не делаю. Мы после тебя уже не едим. И вообще мы больше варим тебе, чем себе. Это Наоми там кричит. Что она там, кого она там зовет? Филя, ты уже устал? Ты уже лег спать? Ой, красивый кот. Филя, страшно. Посмотрите, какой красивый кот. Ну просто звезда. Мне кажется, Марсель уже устал кушать. Да, Марселька, ты уже устал? А кушать тоже тяжело, можно устать страшно. Тушим свет, скажи.